Здравствуйте! Вы на канале Вики Рецепт, и сегодня я покажу, как я готовлю десерт из яблок, который называется яблочный крамбл. Крамбл по-английски – это крошка, поэтому способу приготовления получается не пирог, а слой сочных кисло-сладких яблочек и хрустящая крошка сверху. В этом рецепте она с орехами и по вкусу напоминает очень вкусную халву. Какие ингредиенты вам потребуются, вы можете посмотреть под видео или на сайте blogrecept.ru. У яблок удаляю сердцевинку, кожицу не снимаю. Нарезаю яблочки дольками толщиной около 1 см. Для крамбла беру где-то 4-5 яблок среднего размера. Перекладываю яблоки в форму для духовки. Форма подходит любой геометрии, хоть круглая, хоть квадратная. Размер моей 24 сантиметра. Раскладывать красиво нет смысла. Делаю просто более-менее ровный слой. Посыпаю белым сахаром. У меня здесь 70 граммов. Орехи измельчаю в блендере до состояния крошки. Я взяла кешью. Думаю, еще неплохо подойдут пекан, фундук и, скорее всего, арахис тоже. Пересыпаю орехи в миску. Добавляю 50 граммов овсяных хлопьев, 40 граммов муки, 100 граммов коричневого сахара, можно заменить белым, белый шоколад, у меня здесь 100 граммов в дисках, можно просто разломать плитку на кусочки, и 100 граммов мягкого сливочного масла. Перетираю смесь руками, чтобы смешать все ингредиенты и чтобы масло распределилось между ними. Получается такая вот комковатая масса. Кладу ее сверху на яблоки. Распределяю тоже относительно равномерным слоем. Ровно делать не нужно, это не пирог. Ставлю в нагретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут. Следите за верхом, при необходимости прикройте фольгой. Достаю, и вот такой яблочный крамбл у меня получается. Крошка запеклась, она очень хрустящая, а под ней сочные мягкие яблоки. Можно пить чай. Накладывать такой десерт можно ложкой. Яблоки очень хорошо сочетаются с крошкой, а сама крошка на самом деле по вкусу как халва. Не знаю, как будет с другими орехами, но с кешью получилось очень вкусно. А более подробно, с пошаговыми фото, вы можете посмотреть этот рецепт на сайте blogrecept.ru. Также у меня есть каналы на Яндекс.Дзен, на YouTube, на Рутуб и в Telegram. Есть группы ВКонтакте и в Одноклассниках. Все ссылки вы найдете под видео или в профиле. Подписывайтесь на удобный для вас формат и не забывайте ставить лайки. Приятного вам аппетита!